Привет всем, ребят, с вами снова я, Эр Иманов. И сегодня, ребята, я вам расскажу, как сделать вот скриншот части экрана. Не полный скриншот, так, а вот часть экрана. Как вы, вот, вы должны нажать на Windows Shift S. Нажимаем Windows Shift S. Вот так, смотрите. Например, вот это хочу, я сделал скриншот, например. Все. Выходит то, что вот. Не сохранить. Все. Вот так можно сделать скриншот вот части экрана. Всем пока!